Так, всех с Рождеством. Сегодня 7 января. У меня это первый выход в этом году на лед. Кто-то тут уже накатался. Вот сегодня мы едем аж с 2 санями. Вот, приводит в экипировку Андрюха в порядок. Вот, Юра. Так, ну и у нас сегодня в гостях из дальнего зарубежья Майкл. Вот, да. Да, приехал. Вы вчера приехал, сегодня же сразу с корабля на бал. Ну я ждал этого момента, я тоже как сопротивлялся, не ездил с ними. Я знал, что наша рыба с тобой не будет поймана. Погоду мужикам принес, 12 градусов, здесь только 13. Ну что ты тут скажешь, будет сегодня что? Поехали, что? Он сказал, поехали. Махнул рукой. Вот все. Так, кто куда садится, кто с кем едет. Не знаю, вы разобрались? Нет, мы ничего, кидаем спички. Сейчас я. Так, одного посадили. Давай, садись уже. Второго посадили. Сейчас я думаю, что 12 градусов. 125. Нет. В этом году наезжено. Так, напруга, контрол. 12,3. Общий суточный. Как-то так. Мы в поисках глубины, еще такая же. О, нет. Такая же, как там. Нет, нормально. Чего? А может еще ближе? Вот. Обкатали всю округу. Приехали на точку. Там мелко. Поехали искать где поглубже. Народ прибывает. Сразу скажу, что машины идут даже в сторону Кислухи. Я думаю, что на Кумбыш. Это к вопросу о том, что спрашивают люди, ездят ли на машинах на Кумбыш. Сегодня ездят. Там у нас гремиха. Там тоже много-много-много огней. Да, паломничество. Около трещины, ребята. Около трещины. Так, потом подойдете к нам, так же сделаете. Так, ну что, у нас 9:15. Мы наконец-то закинули все удочки. Вот Юра определился, что он все-таки приехал сегодня вначале за корюхом. Говорит, потом будем охотиться за всем сейчас остальными. Да Мишке пойду скажу. А что ты Мишке скажешь? Я узнаю. Как ему нравится звук самолета? Да. Он, наверное, еще не понял нифига. Ну скажи, да. Ты новая? Да нормально. Тут надо рукавицу держать. Вон у меня греется, все хорошо. У тебя сейчас все работает? Ой, там тепло, Юля там отдыхает на раскладушке. Внизу раскладушки. Да. Я говорю, в эту палатку раскладушку надо тоже. Да классно же вообще. А что раскладушку? Лег, не клюет, лег, полежал бы, не знаю. Ну да. Тоже пришлось снегоход укрыть. А то идет это, смотри, уже сколько намело. У нас закрыло, а там сдуло палатку. У нас эту сторону закрыло. Так пришлось шнурок привязывать. Всем привет. Сегодня я кашеварю.
Юра позавидовал, как у меня хорошо работает плитка. Да. Я завидую, как у него хорошо работают удочки. Мы тут как бы один-один. Что-то подтемнело. Потемнело. Ну так, пельмени готовы. Юра тут постоянно что-то пытается половить. Я просто проверяю. Юра вон уже себе сколько рыбы наловил. А я себе вон, смотрите, сколько рыбы наловил. Вообще, да. Так вот. Нет, сегодня не клево. Не клево. Поймал сегодня маленькую навашку и два корешочка. Сколько пришел, наехал? Короче, едем, да? Все. Тихо. Всем привет. Да. К нам зашел в гости Миша. Да, кореха своего поймал, ни одного, то есть вообще здорово все. Ну все, у тебя все хорошо, да. Все. Да и будешь пельмешку еще одну съешь? Не только по телевизору смотрю, ну вот и... А скоро и в деревне. Ем картошечки. А вон из той палатки к нам пришел Костя, показывает, откуда он. Да, вот она вся банда собирается. Да, я пойду, кстати, сниму их брюку. Так, значит, говорят, вы крупную рыбу ловите. Так, Зуля только что твой бедобур нам домой подняла. Куда подняла? А, мы, наверное, из машины его вынули. Точно думаешь, мой? Ну ладно, хорошо. Повезло. Ну вот видите, без приключений ему не может. Это рождественская сказка. С Костей виделись, да? Костя к вам заглядывал. Так. Так, значит, удобно расположились. Так они не видишь, да, телевизор смотрят. Как в том фильме «Москва слезам не верит». Вы хоть включите. Все, диван убрали, ладно, да. Опа-опа, тащит. Нифига, браконьер. Да видел я уже, все. Ладно. Ладно, Костя, не будем сопли морозить. А то у меня уже... Давай. Давай, вот желтый снег нельзя.